So I'll be on my way. And it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. Всем привет! В этом видео мы будем с вами опять же заполнять мой ежедневник. Почему я говорю опять? Потому что это уже второе видео на моем канале про ежедневник. И если вы не видели первое, то ссылочка в описании. Оно довольно-таки прикольное. Мне нравится. У меня сегодня прекрасное настроение, потому что за окном сияет солнце. И хоть я понимаю, что когда я выйду на улицу, я просто умру от холода. Минус 28, господа. Давайте приступим. Мой ежедневник не поменялся, он по-прежнему фиолетовый, mindfulness. И у меня есть парочка идей, которые хочу сегодня вместе с вами сделать. И также заполнить эту неделю, потому что что-то я немножечко ее пропустила. Точнее, сегодня вторник, а я еще не заполнила ее. И я скажу больше, я еще даже ее не начертила. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я туда частенько выкладываю истории и фотографии. И там мы с вами можем встретиться гораздо чаще, чем на ютубе. Хоть в последнее время я не забываю про свой канал. Кстати, я хочу снять для вас видео про то, как на меня давит общество из-за ютуба. Порой даже мои близкие. И как с этим справляюсь, потому что действительно давка есть, и может я не всегда об этом говорю, не всегда это показываю на камеру и просто в жизни, но иногда это действительно очень давит. Напишите в комментариях, хотите ли вы видеть такое видео, если да, то я вам на этой же неделе его сниму. Начинаем! Первым делом мы оформим неделю, которая идет сейчас, потому что что-то я забыла про нее и даже не нарисовала ее. Ну, а потом я покажу вам, какие развороты я уже сделала, но не показывала вам. Сделаем также парочку разворотов для марта, да и в принципе просто. В общем, погнали. Развороты я не меняю, как делаю в первом выпуске, так и оставляю, только меняю цветовую гамму. Если у меня в январе было фиолетово-фиолетовое, то здесь у меня голубо-зеленое, потому что желтые странички и как-то повеселее. В марте я хочу что-то более розовое и весеннее. Сначала неделя февраля. Поскольку у нас эта неделя, она на 3 дня, то есть здесь февраль 3 дня, а март начинается с четверга, то есть здесь у меня будет февраль, а здесь у меня будет март. Надо не запутаться, потому что я сама себя уже запутала. И, кстати, неделя, которая идет как конкретно сейчас, я выделяю в календарике голубым цветом, потому что мне так удобнее адаптироваться в календарике, скажем так. Наверное, блок я нарисую также на 7 дней здесь, а тут мы просто что-то оформим. Ну, сейчас придумаем, в общем. Экспериментируем. Кстати, цвет листочков я тоже из месяца в месяц меняю. В январе они были зелено-голубые, а в феврале они уже были малиновые. Не знаю, какие они будут в марте. Что-нибудь обязательно придумаем. Открываем календарь на март и переносим это все в точности сюда. Так, главное тут ничего не перепутать, потому что исправить потом будет просто невозможно. Я забыла выделить нужную неделю голубым цветом. Теперь мы можем приступить к оформлению. Февраль у меня был оформлен голубым и бирюзовым цветом. Вот они. Их я так и продолжаю оформлять. Ничего менять на последней неделе я, конечно же, не буду. Кстати, многие писали мне под прошлым видео, что без оформления рамочек цветным смотрится лучше. Но, понимаете, это сделано для удобства. Когда у меня разлинована бумага, то есть она у меня цветная, в смысле в полосочку, очень теряются недели, когда они не раскрашены. Когда они выделены, гораздо проще ориентироваться, и не теряешься, не блуждаешься. И все, что надо, бросается в глаза. Акценты, в общем, я к этому веду. В март я буду оформлять коралловым. И вот когда у тебя много фломастеров, самое сложное – это научиться их сочетать. В плане, хочется много всего сразу сделать, но ты понимаешь, что так нельзя. Пускай будет малин, розовый и фиолетовый. Наверное, тогда. Да, я не прогадала сочетание цветов. Смотрится действительно по-весеннему. Все-таки весна пришла. Ну, как бы на календаре. Потому что за окном пока что еще нет. А лазу я хочу сделать оранжевый. Многие спрашивают, нахрена вести ежедневник, это отнимает столько времени, да и зачем это все так разрисовывать, расписывать. Все просто. Есть люди, которым удобнее запоминать события и планы, когда они смотрят на что-то. Вот я из таких людей, я гораздо лучше запоминаю вот так вот, чем где-нибудь в телефоне записать, поэтому это все индивидуально. Рамочку для важного перенесем вот сюда. Я сейчас быстренько сделаю. Собственно, вот так.
блог. Во вторник я должна была снять видео про ежедневник. Я его, собственно, сейчас снимаю. Так, давайте запишем события. Вчера у меня было с 8:00 до 1:20 уроки. Вчера я должна была сдать физкультуру и сдать Верещагинский проект. И то я сделала, поэтому я молодец. Завтра у меня среда. Я завтра с 8:00 до 2:05 уроки. В четверг пока оставлю, я пока не уверена, что у меня будет в четверг. А в пятницу... Ой, мне нужно еще сегодня взять выписку о прививках. В четверг я, пожалуй, сниму видео про мой туалетный столик. Пятницу, субботу, воскресенье я пока не трогаю, потому что я не знаю, что там будет. В принципе, здесь мы закончили. Осталось только наклейки. Кстати, посмотрите, какие классные наклейки я купила на Алиэкспресс. Я вообще, честно, заказала их и думала, придет какая-нибудь фигня, но пришли просто потрясающие наклейки. Но это что вообще? Это законно? Хочу сюда написать «Spread joy». «Распространяй удовольствие». I don't know, actually. Мне сегодня приснился сон, что я познакомилась с какой-то группой ребят из другой страны, которые у нас были в нашем городе, что, в принципе, невозможно. И был дождь, сильный ветер, и мне нужно было доехать до дома. Они как раз ехали в мою сторону, и я им попыталась на своем ломаном английском рассказать, что я in bad story, и что мне нужна их help и так далее. Но они меня поняли, отвезли домой, это было забавно. Люблю, когда они такие сны снятся. Сюда я хочу... Ну-ка, давайте пока вот эти наклеечки. У меня дофига наклеек с Алиэкспресса. Мало того, что у меня много всяких кошечек и так далее. У меня еще есть вот такие теперь словешечки. Я их уже купила и для вас, но пока что я не раскрываю всех карт. Вы узнаете об этом чуть позже. Вот такие разные каллиграфические надписи. И я хочу куда-нибудь что-нибудь прикрепить. Сандей. Мы приклеим на Сандей, собственно. Кстати, если вы не смотрели фильм «До костей» с Лили Коллинз, пожалуйста, посмотрите. Это такой душераздирающий фильм. Мне давно не попадалось хороших фильмов на глаза, и я посмотрела недавно «До костей», я была в полнейшем шоке после него. Мне он очень понравился, и я хочу в четверг посмотреть фильмушечку, поэтому я пишу сюда муви. Вообще, в последнее время стало очень сложно находить какие-то дни, чтобы посмотреть фильм, прям чтобы так сесть и посмотреть. С наклейками потом разберемся. Давайте покажу, что я уже сделала здесь, чего вы еще не видели. Так, ну, это вы все видели. Кстати, первую страницу я так до сих пор и не оформила. Вот это потому, что я не знаю, что сюда сделать. Пускай будет. И он у меня пострадал. У меня моя бутылка с водой протекла. Сейчас покажу, которая. Это... Засранка протекла немножечко, потому что я плохо закрыла, и у меня пострадал мой ежедневник, причем это произошло почти сразу после того, как я его начала вести. Слава богу, потек только самый низ, и мои драгоценные недели остались в порядке, но это был шок. Вот, первый развод, который вы не видели, это разворот с фильмами. Суть в чем? Я сюда пишу цветными фломастерами название фильмов, которые хочу посмотреть. И вот, например, я посмотрела на днях фильм «До костей». Я обвожу его черным, то есть, чтобы было видно цветной, но как бы корсет мы рисуем черным. Таким образом, я отмечаю, что я этот фильм посмотрела. Хочу посмотреть «Fuck the Prom». Я смотрела этот фильм на русском языке. Пока оторвемся от ежедневника, отдохнем немножко. Я посмотрела его на русском языке дважды, мне он очень понравился. Хочу в оригинале, потому что там есть такие шутки, которые... дублеры не смогли передать. Но все равно никто его не будет смотреть, поэтому, скорее всего, именно этот фильм я посмотрю в четверг. Ну, это вы видели уже, это я вам показывала. Дальше, вот, собственно, разворот. Ну, тут ничего необычного, просто разворотчики простые. И, кстати, вот, я забыла еще одно дело написать. Мне нужно связаться с Мэри Кей. Так, дальше. Вы видели развороты вот эти с календарями январь, февраль. Сегодня я сделаю март, но это не важно. Хочу показать вам вот этот разворот. У многих такой есть, я знаю, мне просто очень понравилась идея. Здесь книги рисуются, которые ты хочешь прочитать, пишешь их названия, когда ты их прочитываешь, ты их зарисовываешь, то есть раскрашиваешь. Ой, очень понравилась идея, и здесь у меня пока немного книг, потому что, ну, времени читать просто нет. Я даже не могу закончить «Алиса в стране чудес», которую мне подарили на Новый год, но я стараюсь. Времени, правда, на чтение не хватает, при том, что я сейчас делаю упор больше на... какие-то мои личные нужды, то есть на канал в том числе, действительно сложно найти время. Ну, март хотела я сделать.
Давайте я его сделаю вот так вот очень быстро. Все. Март мы закончили. События я распишу здесь потом, чтобы сейчас не занимать эфирное время, скажем так. И теперь перейдем к разворотам, которые я хотела сделать именно с вами на видео. Спасибо, что писали мне, что я произношу Pinterest неправильно. Я все время говорила Pinterest, а это Pinterest. Теперь я буду знать и говорить правильно. Спасибо большое. Хочу сделать разворот, который называется Sleep Log, то есть расчерчивается табличка по дням месяца, и ты вычеркиваешь, сколько часов ты какой день поспал. Я не знаю, как мне это воплотить в жизнь, но я очень сильно это хочу сделать. Я дописала эти цифры, и что хочу сказать. Тысячу раз подумайте, прежде чем делать этот разворот, серьезно. Оно того не стоит. Это очень сложно. Не знаю, буду ли я дальше делать такие развороты. Не знаю, стоило ли оно того. Посмотрим, как это будет работать. Если что, я его больше делать не буду. Когда не знаешь, чем заполнить страницу, геометрия всегда в помощь. Можно наделать разных узоров, полосочек, шариков, кружочков, не знаю, что еще. И это будет выглядеть не пусто, а оформленно. Но, в принципе, вы не прилагали никаких усилий. Так и оставим. Нормально. Поскольку это на март, я еще не скоро начну заполнять его. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то не забывайте его лайкать и подписываться на мой канал. Ну, потому что, ребят, камон. Я заслуживаю, честно. Увидимся с вами очень-очень скоро. А пока напишите в комментариях, ведете ли вы ежедневник или мотивирует ли вас как-то мои видео, которые я показываю свой ежедневник, начать тоже вести что-то подобное или как-то записывать свои планы. Ну, в общем, да. Увидимся с вами очень-очень скоро. Всего вам доброго и пока-пока-пока.